Все, снова. Привет всем, дорогие друзья! Мы сегодня находимся с вами на разведенном мосту Архангельска. Смотрите, здесь за моей спиной ничего нету, машины не ездят, а там вот впереди мы видим закрытые шлагбаумы. Разведенный мост. И, к сожалению, с левого берега в Архангельск сейчас не попасть. Сейчас 2 часа 35 минут. И еще мосты будут долго разведены. Даже тот второй мост тоже, к сожалению, разведен. Вот, дорогие друзья, смотрите, там вот горит светофор, что ходить нельзя. И вот такая пустая дорога тут. Вот тут люди стоят, ждут. Ждут, которые пешком. А вон там машины ездят. Они тоже ждут там. Стояли целых 10, да? Вот такая небольшая фигня. Застряли тут. Так, пробочка. Всем пока.